Міненерго та Антимонопольний комітет України перевірять обґрунтованість тарифів на газ та його транспортування. Таке доручення дав Кабмін. З 1 січня в деяких регіонах ціна на блакитне паливо зросте до 10-11 гривень за кубічний метр. Що про такий подарунок під ялинку думають народні експерти Дніпра та як планують сплачувати свої комунальні рахунки, дізнаємось просто зараз. Деньгами. Украинскими. А хватит денег на счета такие? К большому сожалению, нет. Ну, если пенсию поднимут, то хватит. А если не поднимут, то все равно придется же оплачивать. Буду, значит, чем-то себя ущемлять. А чем можно? Ну, в чем? В еде, естественно, только в еде остается. В чем я могу себя ущемить? Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, что вы думаете о повышении тарифов коммунальных с 1 числа? Отношусь отрицательно, платить буду все равно. Ну, я не оплачиваю, родители оплачивают, они в шоке. Прожиточный минимум не повышают, коммуналку повышают, и как бы за что жить? Ну, у меня есть чем оплачивать, но я считаю, что это безобразие. А почему? Потому что посчитайте, если оно во всем мире дешевле, я вчера слушал, дешевеет нефть, газ, а у нас почему-то дороже. Непонятно. Молодой человек, а скажите, пожалуйста. Я не скажу. Честно говоря, даже понятия не имею. Я еще на эту тему даже не думала. Да, очень рады за вас. Я, во-первых, не знаю, насколько они повысятся. А во-вторых, я не считала пока. А сейчас как оплачиваете счета? Получается все? Да, сейчас получается. Ну, очень плохо, конечно, относимся к этому. Потому что прожиточный минимум маленький у нас в стране. Не буду их оплачивать. Когда поднимут зарплату, ну для людей как бы надо, ну и что, поднимать, а зарплаты когда будут поднимать? А, про коммуналку что думаете? Спешу. Буду оплачивать как-нибудь. Я, если честно, думала ежегодно с Нового года все повышается, поэтому ничего неожиданного. А что тут думать, платить не будем, то и все. А вы как будете оплачивать? Никак не буду. Ну что тут думать? Это не руководителя. Гитлеровцы обдирают людей. Гнать мудаков надо этих всех. Люди не имеют возможности оплачивать. Многие не оплачивают, а поэтому не очень хорошо. Мы стараемся, да, дисциплинированно оплачивать. Пока есть возможность, стараемся оплачивать. Потому что понимаем, что методы очень простые и легкие. То есть подойдут, обрежут просто проводочки и все. И не будет. Пенсионеров, конечно... Очень жалко, потому что это, по-моему, одни из первых, кто старается, получая пенсию, быстренько рассчитаться, да, за предоставленные услуги.